Модельер, воспитатель, а модели – ребята из детского сада. Свою первую коллекцию одежды Елена Козлова назвала «Космическое притяжение». На создание костюмов ушел месяц. Материал – бытовой мусор. Гофрированная труба, картонные коробки, фольга. Новоиспеченный дизайнер одежды уверена, старым вещам нужно давать новую жизнь. Получаются такие вещи иногда, которые не купишь в магазине. Если что-то придумать, подумать, ну, можно сказать, что это индивидуально все будет. Фестиваль экологической моды «Экобум» в Самаре прошел впервые. Организаторы говорят, заявки на участие сотнями сыпались со всей области. Пришлось провести конкурсный отбор. В итоге на подиуме оказались лучшие коллекции одежды из вторсырья. С первого взгляда сразу и не поймешь, что эти вещи были когда-то в употреблении. Допустим, джинсовая одежда тоже. Ее можно переделать до бесконечности. Вот, переделать, перешивать. И вот это как раз вот показ. А так как еще у нас это год театра, поэтому мы это еще соединили с театром. А так как у нас сейчас Самара, это космический город, да, то есть мы еще сделали номинацию «Космический». То есть, в общем, все, чем богата Самара, мы все в этом конкурсе применили. В жюри фестиваля «Экобум» известные самарские модельеры и дизайнеры, а также представители экологических организаций. Независимую оценку необычным коллекциям одежды дала и глава Самары Елена Лапушкина. Я убеждена, что все здесь присутствующие на этом мероприятии проведут замечательно свое время, сделают выводы и в очередной раз поймут, насколько у нас талантливые, ответственные и добрые люди. Демонстрацией концептуальной коллекции одежды из вторсырья дело не ограничилось. Рядом была организована галантерейная выставка. Круговорот вещей в мире людей начинается здесь. В этот контейнер в одном из торговых центров Самары можно положить надоевшие или ненужные брюки, кофты, платья и даже шубы. Потом они окажутся на сортировочном пункте, где их могут забрать малоимущие горожане или модельеры для создания новой современной коллекции одежды. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.